Всем привет! Расскажу подробнее о работе сайта «Богатый родственник». На сайте присутствует 5 платформ. Это начальный за 50 рублей, обычный 100 рублей, продвинутый 300, мастер 500 и гуру 1000 рублей. Рассмотрим пример. Все платформы работают по одному принципу и отдельно друг от друга. Рассмотрим на примере вот платформы обычной за 100 рублей. Итак, для того, чтобы начать зарабатывать на этой платформе, нужно активировать эту платформу за 100 рублей. После активации уже с первого реферала вы окупите эту платформу. И дальше уже будете только зарабатывать. Приглашать в проект не обязательно. Можете не приглашать. Все рефералы, вся ваша структура будет наполняться от ваших кураторов, от системы и от ваших рефералов. Они тоже будут наполнять эту структуру. Поэтому самое главное активировать первый уровень хотя бы в начале. Вот. На первом уровне будут 3 реферала. Ваш заработок составит 300 рублей. Дальше. У ваших рефералов будут появляться еще по 3 реферала. Итого 9 рефералов у вас в структуре будет на втором уровне. Когда они будут активировать второй уровень, с первого уровня будут по 100 рублей вашим рефералам даваться, со второго уровня по 200 рублей с этих 9 человек будут поступать вам прямо на Kofire кошелек. По 200 рублей с каждого. Итого ваш заработок составит 1800 рублей со второго уровня. Дальше. Если у вас активирован только первый уровень и ваши рефералы второго уровня будут оплачивать по 200 рублей, то они, если у вас первый уровень только активирован, то они не на ваш PR кошелек будут попадать эти 200 рублей, а на сайт. На баланс, после чего вы можете также активировать второй уровень. Деньги, то есть все ваши рефералы, независимо какой у вас уровень, главное активировать платформу. Все деньги с рефералов будут вашими. То есть либо на сайте, либо на PR кошелек, если у вас уже активирован там второй уровень, третий. Дальше у этих 9 рефералов будут еще по 3 реферала. Итого 27 рефералов уже третьего уровня у вас будет. И каждый из них будет оплачивать третий уровень, покупать у вас за 400 рублей третий уровень. Ну понятно, да, что первый уровень они будут покупать у этих, второй уровень за 200 рублей вот эти будут покупать у этих. А третий уровень будут покупать у вас за 400 рублей. Итого заработок составит с третьего уровня 10800 рублей. Вот, суть понятна. У этих будет еще по 3 у каждого. То есть у этих 27 человек будут 81 реферал у вас будет в четвертого уровня. И с них вы заработаете 64800 рублей. С пятого уровня будет 243 реферала пятого уровня. Они вам принесут 388800 рублей. И также шестого уровня 2 332 800 рублей. Теперь рассмотрим работу сайта. Итак, вот они платформы. Вот. Шестого уровня 729 рублей. Человек принесет 2 320. Всего 2 799 300. Почти 2 800 000. Работа сайта вот происходит следующим образом. Я уже зарегистрировал отдельный аккаунт, чтобы показать вам. Вот. Вы зарегистрировались. Для работы нужен PR кошелек. Там при регистрации есть ссылочка, если у кого нет. То есть, чтобы активировать
платформу, нужно перейти на ту платформу, которую вы хотите активировать. После пополнения баланса, пополнить баланс на 100 рублей, активация 100 рублей, можно здесь во вкладке «Баланс» нажать «Пополнить», либо на кнопке на этой «Баланс». Пишите сумму пополнения и оплачиваете. Там система вас перенаправит на платежную систему. И автоматически вы после оплаты автоматически активируется сама платформа. Вот. Дальше просматривать рефералы. Рефералов можете не приглашать, а можете приглашать. Если будете приглашать, будете активны. Структура ваша будет наполняться быстрее намного. Дальше ссылочка, вот, скопировать можно вот таким образом. Либо в моей вкладке, во вкладке «Мои рефералы» будет тоже также ссылка. Здесь ваши неактивированные, которые еще не активировались. Их email, Skype, социальные сети и так далее. То есть можно будет с ними связаться и спросить, почему не активировались. И подробнее, либо подробнее рассказать о работе сайта и заинтересовать их. Дальше те, которые активировались, например, начально. Все, которые активировались, и ваша структура этой и других платформ, вот здесь, во вкладке рефералы. Переходите, и будет написано, какой уровень. Первого уровня будет 3 реферала обязательно, ну, больше. Потом второго уровня 9, третьего уровня 27 и так далее. Все это тут есть, все это будете просматривать. И размер команды, заработок и ваш уровень. Самое главное, активировать первый уровень. Остальные можно будет уже потом с баланса. Когда, то есть, если у вас первый уровень, а вам платят второй уровень, он попадает не на ваш PR-кошелек, а прямо вот сюда, на сайт, на баланс. И вы уже можете второй уровень покупать, либо активировать обычный. Тут главное вначале активировать, чем быстрее вы активируете обычный продвинутый мастер, хотя бы первый уровень, тем выше вы будете, естественно, в структуре. Вот. Тут есть история операций, все же пополнение, оплаты ваших рефералов, вам покупки уровня, все тут будет это просматриваться. Можете заполнять профиль, социальные сети, прочие промо-материалы. Пока есть пару баннеров, потом будут еще новости. Все, по структуре сайта все понятно. Тут ваш общий заработок. Все, всем удачи. Есть чат для общения, общайтесь, зовите рефералов, наполняйте свою структуру, зарабатывайте. Всем удачи и станьте самым богатым родственником среди своих. Все, всем пока.